Традиционный туристический маршрут по улице Рождественской, который проходит от Канавинского моста и до площади Народного единства, планируется продолжить. Он пройдет по улице Кожевенная. На ней расположены здания бывших ночлежек и бывшей чайной, которые открыли в 1901 году. Сегодня руководитель проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков представил проект нового туристического маршрута «Босяцкая миллионка». Он планирует начать объединение сразу нескольких туристических зон Нижнего Новгорода в одну – Нижневолжскую набережную с улицей Рождественской, улицу Рождественскую с Кремлем и далее с Большой Покровской. А для этого потребуется транспортная связь, например, фуникулер. Средства для этого будут искать в городском бюджете и у частных инвесторов. Уникальность маршрута заключается в том, что здесь мы видим среду, которую видел Горький, в которой Горький обитал и писал характеры своих героев. Поэтому в этом смысле она уникальна, она практически музейная. Это музей под открытым небом. Мы сейчас занимаемся его популяризацией. Фонд «Земля Нижегородская» начал проводить экскурсии. И я думаю, что этот поток будет возрастать, но нужно очень сильно постараться.